Ефим Ефимовский. Только одна история из жизни великого английского ученого Исаака Ньютона. Ньютон под яблоней сидел. Вот-вот должна прийти идея, и плод над ним уже созрел, к земле всей массы тяготенья. Молкли птицы, тишина, зажглись далекие светила, и спелым яблоком луна повисла в небе. И светило, он мыслил, а луна кружилась, землей солнце огибало. Вещей невидимая связь в ту ночь яснее поступала. Ньютон взглянул на небосвод, но ветка дрогнула, и вот на землю яблоко упало. И понял ученый, что нитью одной связано яблоко с желтой луной. И яблоком спелым упала б луна, если бы не вращалась так быстро она. Все тяготеют друг к другу и падаем часа по кругу. Он понял закон для земли и небес. Вращаясь, планеты теряют свой вес. И яблоко падает тоже, с планетой схоже. И самый великий, быть может, закон, всеобщий закон тяготенья. Вращение планет, объясняет нам он, и яблок румяных паденья.